даст летать. Собственно, ремикс DJ Voice. Замечательный хит. Мне нравится эта песенка однозначно. Денис, тебе? Старенькая, добрая, хорошая. Лейла. Я подписываюсь под словами Дениса. А, я прав? Ну, где-то рядом. Так, ну что, нам пора бы кого-нибудь разбудить. Да не просто кого-нибудь, а Колю. Колю из Брянска. Ох, Коля Николай, скоро ты проснешься. Ты даже не представляешь, как это будет с тобой сделано. Ну, в общем, готовься. В лучших традициях радио 13 утреннего шоу «Утро со звуком». Так, ну, у нас что-то так. Здесь все готово. Так. Та-дам! Друзья. Денис задание получил и готов с ним справиться на ура. Ну что, поехали. Разбудитель на радио 13. Они разбудят всех. Алло. Николай, доброе утро, не отвлекаю? Нет. Меня зовут Константин Потемкин, я директор департамента по персоналу Желдороборон. Такая структура, которая занимается вот секретными перевозками главправительства. Ваша анкета попала к нам в руки, мы хотели бы предложить вам работу, насколько это вам интересно. Кого предложить, работу? Предложить, да, работу вам. Но где находится? Я правильно понимаю, что вы помощник машиниста? Ну да, я помощник машиниста, работаю по 4-6. Ага, ну вот мы хотели бы предложить вам стать машинистом и ездить вот на этой ветке, которая идет из Москвы во Внуково, там вот где... Можете перезвонить мне на другой номер, а то я плохо слышу. Дело в том, что я не смогу сейчас набрать, у нас планерка начнется, мне вот важно сейчас просто вот прозвонить весь список, я просто не успею. Вообще, насколько вы готовы? Ну, мне бы, ну, как, прийти поговорить. Угу. Но в целом, то есть вы готовы оставить ту работу и переместиться на новую? Ну да, ну там, ну, смотря как условия будут. Ну, условия, я хочу вам сказать, что очень хорошие. Зарплата в районе 120 тысяч, график 2/3, то есть 2 дня работаете, 3 дня дома. Ага. Вот. Ну, это предварительно. Плюс отпуск 70 дней и бесплатная доставка на Черное море. Там, ну, сами выбираете, куда. Хорошо. Вы можете позвонить позже туда, ну там, когда... Дело в том, что мы с удовольствием со звуком позвонили. Не проспи. Бы. Главное – это утро. Смотрите. Николай, доброе утро. Коля. Да. Коля, Николай из Брянска. Здорово. Коля, когда говорят 120 тысяч, надо сразу соглашаться. Надо сразу соглашаться, а не говорить, перезвоните мне потом. Они могут не перезвонить. Коля, это утреннее шоу «Утро со звуком» на радио 13. Ты прямо сейчас в эфире. Коля упал в обморок. Коля, вернись к нам. Твои друзья тебя разыграли и разбудили. Коля бросил трубку. Коля бросил трубку, я это вижу. Упс. Ну, но зато проснулся. Зато как проснулся. Злая шутка у нас получилась. Да не, да? Нормально, ну, да. Сильно зло. Да. Если бы мне так сказали с утра, потом сказали прикол, я бы долго там уже все, там уже надежды, там уже мечты, уже деньги потрачены. Смотрите, мне кажется, мы посылаем лучи, потому что мысли же материальные. Да, сейчас да. Он будет ходить и думать, блин, 120 тысяч, Желдороборон. Ветка Google, из Москвы помоги. Во Внуково. Я уверен, все случится у Коли. Да, Коля, надеюсь, твой заказчик тебе все передаст и, более того, даст послушать еще и эфир. Ссылочку на эфир мы отправим. А мы не будем пробовать по новой набирать? Да нет, зачем? Ну. Ты хочешь его добить? Сказать, что теперь зарплата будет 140? Не, ну Коля молодец. Что трубку повесил? Нет, конечно, так и надо. Столько вынес тяготы и лишения. Столько выдержать. Да. Почувствуете, как интерес в голосе, да, появлялся по мере? Зарплата 120, график 2/3 и отпуск 70 дней. Ну, разбудитель удался однозначно. Позвоните мне, пожалуйста, с таким же предложением. Друзья, чуть позже начнем мучить Дениса Лазарева нашими всякими разными глупыми вопросами. Вот, потому что, ну, таковые уже есть немного. Друзья, у меня есть заявка из свитера, мне нужно срочно передать привет. Да, давай, передавай. А я хочу передать привет моим расчудесным, моим самым любимым друзьям из студии Max Motion. Друзья, я махаю телефоном. Студия Max Motion, вы большие молодцы, я очень по вам скучаю и очень рад, что вы есть такие расчудесные и замечательные. А что за Max Motion, рассказывай? О, это шикарнейшая компания, которая организует глобальнейшие ивенты по всей планете. Ищу работу, 120 тысяч и 70 дней отпуска. Занят.
Никита. Так, с приветами на пока все, или еще там есть кого-то? Константину Потемкину привет, чьим именем я воспользовался, работая в Желдор обороне Алене Казанской. Костян, мы отомстим. Да, больше, в общем, желающих не было. Но, по крайней мере, у вас здесь не обновляется ничего. Сейчас обновляется. Знаешь, вот это вот яблочное вот это устройство, его надо вот туда подкидывать. За забор, за забор. На веревке, на балке вывешивать в окно. И не в связи делает все-таки в телефоне. Разбудитель на Радио 13. Они разбудят всех. Остерегайтесь подделок. Настоящее утро. Утро со звуком. Только на Радио 13.